Всем привет! Это продолжение FIFA сериала в мире Endless Legend. На этот раз я играю за неистовых магов. Если вы смотрите это видео не в день выхода, то могу сказать, что это не первая серия. Так что переходите лучше к первой серии, ссылка на нее в верхнем правом углу в виде белого кружочка с буквочкой I, и начинайте просмотр с самого начала. Ну а всем остальным я желаю приятного просмотра. Так, пришло время принимать план империи. Химические лаборатории, отличник. Вино закончило действие. Сейчас у меня меньше будет счастья. Плюс 20%, плюс 25, плюс 3. Вот как я и хотел. 250, все. Все путем. Счастье вернулось. Хотя на следующим ходом вернется. Ой, скоро золото заработает. Насобираю я золотишко наконец-то. Все неплохо. Ну, следующим ходом или через ход закончится зима. Так, что у нас тут? Хотят эти минорные 15 золота и 15 ртути, я думаю, обойдутся. Не знаю, воевать с ними, не воевать. По идее, у меня фениксы. Ладно, сейчас давайте в городах посмотрим, что у нас. Так, все путем. Следующим ходом буду ставить алтари. Все путем. Автоматически, чтобы не задерживать. Блин, убили мне все-таки. Не надо автоматически делать. Ну, зато сейчас лето начнется. Муж 2 на территории с прахом. Слушай, и на владык праха это тоже работает, да? Минус 2 на территории с прахом. Ну, наложено, ну, да. Состояние. Да-да-да. Ну так фигово тебе. Да, мне очень фигово. Я вот посмотрел, что мне все территории по ноль дают. А нет, есть которые по три. Нашли эриксов. Нет, опять меня грабят. Опять-нибудь тут, да? Что, надо ту деревню наказывать уже. Так, сначала поставлю алтарь знаний. Уже, видите, плюс 5 дает. На прошлом уровне плюс 2 давал, а теперь плюс 5. Ну, тут стоит. Так, а где у меня еще неплохо с наукой? Вообще, мне бы героя еще купить. Своего же. Ладно, пока не будем алтарь ставить. Не, пускай 3-3 будет.
Здесь что? Так, 3, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 3. Все, 4, 3. Блин, что я не успеваю походить-то? Блин, сейчас еще нападут тут на меня. Как это бесславная тут армия. Отходим. Так. Что тут мне квест? А, вот куда мне надо было. Ладно, сейчас вот этих будем мочить. Почему нет? Почему бы и не помочить несколько юнитов? Так. Отличненько, никого я не убил еще к тому же. Так, можно запускать золото. Что у меня тут со счастьем? Радость. А в городах? Ну, напоминаю, тут очень важно счастье, потому что дает всякие бонусы. Радость. Патриотизм даже, ух ты. Растут города. О, арпуха напала таки. Так, знаете, что тут надо вручную. Будем отступать, пока будут в бой входить мои ополченцы. Фениксов терять жалко, а ополченцев не жалко. Так, тут защитную поставим, то есть они будут на месте стоять. О, слабенько. Воспользуемся одним фениксом, он неплохо бьет. Пока пускай армия в городе посидит, полечится. Так, здесь квест выполним. Засада. Блин, давайте тоже вручную, потому что
Хотя, я думаю, тут проблем не будет. Да, не будет. Куда надо идти? Сюда, что ли? Это квест фракции. Ну да, походу туда. Да, блин, не успеваешь ходить. Куча всего происходит. Так, добывающую станцию открыли, надо поставить добываться. Химические мастерские построились. Холодная война. Алтарь зданий. Блин, надо с этой армией еще разобраться. Одиннадцать. Надоели, честное слово. Так, что у нас здесь? А эти я квесты выполнял в этом районе? А, это я все... Расправьтесь, нападающие на вас армии фракции пещерники, и верните собственного брата. Я квест пройти не могу из-за этого события. Минус 2 на территории про. Ну, оно закончится. Я тоже не могу. У меня написано победить армию грунов или титеки. Я армию грунов разбил, у меня вообще груны все усмирены, а квест не засчитывается. Там нейтральные армии появляются желтенькие, и их нужно будет уничтожить. А где? Ну, у тебя, когда квест ты получаешь, там есть показать. И вот в этом районе, где показать, там две эти армии стоят. Выбиваешь одну из этих двух армий, у тебя или одна, или другая цепочка квестов. Не успел опять походить всеми, не успел плавильные станции поставить. Норм, чё. Надо армию отвезти, полечиться, конечно. Квест нажимаю, а ничего не... Никакого этого, так сказать, указателя нет. Ты помнишь, где квест взял? В каком регионе? Да. Ну, новую надо. Ну вот в этом или в соседнем регионе будет находиться эти две армии. В принципе, есть Брама. Неплохой региончик. Вот его, наверное, надо колонизировать. В гарнизонах империи находилось минимум 4 из 5 существующих классов юнитов. Интересный квест. Надо посмотреть, какие у меня тут классы. Ну, вот Феникс — это воздушный, Фанатик — это стрелок. То есть два. Кентавр, кавалерия 3. И надо колдуна 4 вот этих двух построить.
и квест выполнится. Давайте-ка вот здесь построим. Так, только прокачаем немного. Кентавр. Ну, кентавр с таким нехилым будет оружием в руках. Валедикт, ты там это построил уже дороги-то? Ну, я могу их купить, если что. Но они строятся постепенно. Не, ну просто вот через два будем, года нет? В трех городах будет. Торговать-то будем? Ну ты мир кинь мне. Сейчас, следующий походу. Блин, не успеваю. Опять. Так, капаются, плавильная станция открыта. Химическая мастерская. Так, мне надо 4 техи какие-то открыть. Давайте на престиж. Торговать я, пожалуй, ни с кем не буду. Почему они там так быстро ходят? Неужели им заняться нечем? Так, в городах вроде все норм. Мне надо вот сюда, видите, поставить город. Для этого надо усмирить. Тут, в принципе, 3. Раз, два, или 2. Опять кто-то напал на меня. Надо вот в этот район идти, к этому городу, наконец эту деревню разбомбить, что утомили эти пещерники нафиг. Так, давайте-ка купим героя. Эксклюзив. Что тут у него? Ну, для армии. Нет, я хочу в город посадить. Вот у этой что? О, бонус к прогрессу. Вот это интересно.
Так, куда мы посадим? Наверное, в бывшую столицу, да. Тайна материализации. Плюс один алтарь добычи на империю, плюс одно заклинание дождя на империю. О, похуже теперь, но зато золото можно запустить. Ну и виноград скоро будет следующим ходом. Так что патриотизм вернется в наши края. Плюс 5 золота. Плюс 2 престижа. Наука. Ну, вот науку можем еще поставить. Так, идем заниматься этой деревней наконец. А здесь поселенцев построим. Быстро у меня, конечно, техи пошли. Эти алтари, такая штука, я вам скажу. Так. Аврель у нас где? Меня еще даже не открыто. Не знаю, я тоже не вижу. Ну и я не вижу тоже. Наверное, где-то возле Карлинуса находится. Значит, да, не было. О, мальчик. Только соседничали и только нашли друг друга. Так, давайте, наверное. В регионе Брама. Блин. Маледикт, а что ты с этими пещерниками в Браме сделал? Убил. Ну, я герой качаю. Ясно. А что случилось? Квест у меня там был. За тебя он провален. Ну, я могу вторую деревеньку купить. Я просто героя качаю так. Ну, смысл? У меня был квест на все деревни. Ладно. В принципе, неплохая вот эта штучка. Давайте-ка построим. Потом район вот тут. Так, рост. Наверное, уже хватит расти. Здесь колонист. Чего они так быстро там ходят-то? Тут просто такая штука, что если они походили, то у меня уже минута остается. Если все кроме меня походили, то мне только минута дается. А так, по-моему, у нас 3 минуты на ход стоит. Блин.
Так, кристалл кровавого. Могу что-нибудь получше еще взять. О! А почему у меня сказано... А, все, понял, о чем сказано. Так, сейчас поднакоплю я престижа и кину тебе мир. Так, что у нас тут в счастье? Виноградик запустим. Патриотизм везде начался. Прям счастье. Раз, два. Да, две техи. Я буду в следующей эре. В районе Хистрил. Нидью. А, вот этих, да? Или вон тех. Нет, вот эти. Слышишь, Геркон, твои эти титики по квесту, они гуляют в районе Хистрил. Хистрил? Да. Это слева от тебя. Вон они желтые. Сейчас я их проведу. Загуляли, а они у меня. Юнитом пещерником. Распустил да, я их. Не, нафиг надо. Хистрил, ну далеко. Так. Сейчас у меня куча экстракторов будет. Что мне там для академии надо? Мне надо, по-моему, 20 палладий и 20 дамантия, причем 20 дамантия у меня уже есть. Так. Ставим новый. Не страшно. Блин, где эти? Нидья. Вот эти, что ли? Ладно. Займемся нидья. Валде, у тебя есть у Даргешей квест? Лёш. Что, у Даргеши? Да, у Валдея. Нет, вроде. Ну, так. Я тогда их ломаю. Ломай их полностью. Так, где мне тут поставить? Тут очень неплохо есть аномалии, но проблема в том, что они расположены как-то вот с руинами рядом, да? Наверное, вот сюда надо поставить. Раз, два, три, четыре, шесть, восемь. А мне надо, чтобы сразу 10 было. А вот, смотрите, район... 2, 4, 6, 8, 11.
Блин, ну тут... Во-первых, близко оранжевый. Хотя тут аномалии есть. Неплохие. Не, я бы здесь поставил. Только еще подумать конкретно где. Тут вот есть аномалия, но правда... А, тут две аномалии даже. Так может вот сюда вот поставить? Да, тут нормально будет развиваться, если я вот сюда поставлю. Расширенная лаборатория. Уже тут неплохо так. Науки. Денег на один ход. Кто тут меня осаждает? Да вы надоели. Все, усмирили, получили гиперий. Так, где у меня армия? Надо идти разбираться. Ну, сейчас у меня, правда, вот эта армия подойдет, в принципе. Тут еще этот пещерник. Так, у меня вот тут, по-моему, армия есть, да. Ну, более-менее. Так, планирование. Со счастьем, но вот снизилось, но вот золото вернулось, да, и укрепление на города уже можно взять. Артуть плюс 100% опыта на юнит, неплохо. Ну вот, видите, у меня так империя более-менее красива выглядит. Вот у меня два соперника, и фиолетовый где-то вообще там на отшибе, я так понял. Давайте посмотрим по очкам. Ну, и мы с Маледиктом впереди. Опять мне что-то грабят. Ну, сколько можно? Так, вино заново. Опять. Вот в том же самом месте. Это какой-то отмороженные вот эти пещерники на голову. Разобрались, слава богу. Тут мне больше никто не будет мешать. Теперь в браме надо разобраться со всеми. Так, вот там Феникс строится. Ну, строится так строится, что я могу сделать. Вообще, мне бы героев поднакупить. Забытые и владыки праха. А мои где-нибудь есть вообще? По-моему, вообще нету моих. Это вот не очень хорошая фигня. Плюс 50% стоимости стратегического ресурса на империю. То есть... все, что... стоит ресурсы, стало наполовину их еще больше стоить.
Тебе надо 100 палладий собрать, чтобы это сменить. И вместо 100 палладий мне дадут 50 стеклостали. Фигня, по-моему. Ну вот, например, видите, прахочистный завод, хотя он 10 стоит до сих пор. Ха. И академия, и институт, точнее, также 25-20. Может, он следующим ходом повысится? Посмотрим. Да, следующим ходом, кстати, лето начнется, слава богу. Карандаре все построено. Так, план империи приближается. Так, пряности. О, плюс 50 еды процентов, плюс 100% на опыта. Это пускай висит. +420 +49 Так, ну вот престижа, наверное, улучшим. Хотя можно и райончик построить. Не, давайте сначала престиж. Потом район вот здесь. У меня будет два района третьего уровня. Сразу еще плюс. Отличненько. Так, здесь у нас что? Пускай феникса доделывают. Этот пускай растет. Переходы еще этот алтарь. Ну, мне уже тут район надо ставить просто. А тут алтарь сколько? Еще один ход. Ну, вот можно будет тут райончик бахнуть тогда. Так, давайте-ка с осадой что-то делать уже. Хочет разговаривать, значит, атака. Отлично, осада снята. Достаточно было атаковать деревню, которая немного в стороне. Интересно, посадил какой-нибудь шпион, но пока не было никаких сообщений по поводу шпионов. Так, вот здесь я район хотел поставить пока. Блин, мне стекловата нужна. Очень сильно. Так, а стекловата у меня в браме.
меня тут два даже экстрактора, но я их, видите, повыше, чтобы быстрее даже ускорю. Так, куда нам тут слетать? В этот район. Там мне, в принципе, армия какая-то есть. Давайте вот этот Пэриан, я тут типа всех усмирил. Посмотрим, может, город можно поставить. Почему нет, собственно. И что у нас с квестом? Не меньше 10. Или мне, может, надо было сразу поставить, чтобы не меньше 10 было? Хм. Ну что, науки у меня все больше и больше. Плюс 15 на территории с аномалией. Это я вам хочу сказать, в этом городе, где я построил, очень неплохо, потому что у меня тут вот аномалия. А, стоп, не здесь. Я в Ленгейне построил. Вот. Вот две аномалии. Видите, 26-32 стало. Так что... Вайся в бунду. Так, тут два хода. Чтоб закончился. И сколько герой стоит? 600. Ну, пока покопим немного. Не, мне нравится, что у меня в четвертой эре по 2-3 хода все открывается. Так. Наверное, все-таки запустим шелкотравы, чтобы патриотизм был. Леса сплошные. Так, что у нас в этом Пэриане? Палладий, есть вон аномалия. Ну, что такая гейзер? Дикие звери. Только как город тут ставить? Вот тут вот, видите, можно поставить город, чтобы 10 дало. 5... 8, 9, 10. Вот если я прямо на аномалию поставлю, например. Палладий и адамантий мы на институт побережем.
Ну, мифрил. Мифрил можно обработать. Так, а какие у нас еще тут квесты не выполнены? От единиц каждого стратегического, но это вряд ли. Очков укрепления, ну. Может быть, может быть. Класса пехоты 4 уровня или выше. Это вряд ли я такой. Да, у меня нету никаких. Хотя я, конечно, могу пехоту сейчас построить после 4 эпохи. Так, давайте глянем моих героев. Может, дать им в руки чего-нибудь. Нет, все фигня. Это все фигня. Ладно, а квестовое о. Трансцендентный жезл Верды. Ну, неплохая штука. Правда, Гиперия надо. Не слабо так. Ладно, героя можно купить? Можно. Но моих героев нету, я так вижу. Ладно, два хода подождем, должно обновиться. Блин, район тут не поставил. Кто-то стража построил. Кто это такой? Кто же ты? И не признается, смотри. Так, я могу, по-моему, экстрактор Ретсанга построить. Мне там 10 надо было. Ага. Ретсанг хорошая штука, если мне не изменяет память. Сейчас я гляну. 100% опыта на героев. Ну, то есть герои быстрее будут прокачиваться. Так что... одну стеклосталь можно прикупить. Так, мне не хватает 25. Сколько вход у нас? Плюс 1,5. Ну, 10 палладий еще можно. Я их продать героя сначала хочу купить. Так, нафига. Чего строить?
Ну, 120 праха. Неплохо. Хочу вот открыть редкие сплавы через два хода и проапгрейдить юнитов, дать им лучшее оружие. Гиперий-то у меня есть. Ну, не знаю, что Перий, что Самай. Как-то так себе. Не особо интересно. Так, герои. Какие-то фиговые. Ну, эту что ли только, если... Шпионаж неинтересно. Ладно, возьмем великого инквизитора. Так, в какой город лучше направить? Ну, 11, 12. Где у меня науки побольше? Ну, здесь у меня уже сидят герои, здесь тоже. 82, 100, 99. Ну, наверное, все-таки в Атайю тут, если что, напасть могут. Тут герой. Так что, о, 159 сразу. Неплохо так. Так, попробуем купить Палладия. Четыре. Ладно, подождем. А где мне тут побольше? У меня престижа. О, здесь вообще 30. Давайте здесь национальную арену построим. Так. О, блин, Атайю и Лингейн уже дофига всего построили. Алтари знаний закончили работу. Но смотрите, здесь уже, в принципе, строить нечего. Тут я хочу сохранить Палладий, так что давайте-ка мы все на рост отправим. Или на золото, но не на производство. И поставим тут какого-нибудь одного фанатика строиться, например, или кентавра. Следующим ходом я могу проапгрейдить юниты. Вот здесь то же самое. Хотя вот райончик можно, в принципе, забахать. Так, сейчас откроются редкие сплавы. Я смогу в ручке моим... юнитам что-нибудь получше дать. Экстрактор Гиперии, экстракт Монетный двор. Шелкотравы завершились. Ну, все равно патриотизм. Пока не буду запускать. Так. Значит, Фениксу давайте-ка мы дадим
Вот 108, урон 70. Тут защита и... Не знаю прям даже. Нет, давайте из Гиперия дадим. Нашел, конечно. Здоровье это все. Улучшенное движение и отстрел, защиту, так. Фанатик. Сто восемь, 10, 56. Тоже 56. Тут сбивание с ног. Замедление. Вот замедление мне нафиг не надо. А сбивание с ног интересно. Тут атака повыше. Тут инициатива. Давайте лучше инициативу. Так, достаточно. Соображу я пока что строить. Вот, второго уровня район. Какого хрена? Да-да, не ругайся. Твоя любимая зима? Да, блядь, вроде только дошел я до этих пространствующей армии желтой. Вот она, все, блядь. Теперь опять херта идет. Минус настроение, минус еда, минус золото. Ну, 5 ходов можно отдохнуть. Так, что у нас? Патриотизм. Давайте золото запустим. Так. Центр города тоже прокачивать. Ой, и наконец-то накопилось прахоочистительный этот. Долго-то она.
Так, ну вроде все норм стоит. У меня. Ртуть завершилась. Давайте атаку на юниты. Просто нету смысла запускать ресурс роскоши на еду, когда зима. Так, стоп. Тут можно исследовать руинки. Ну, 120 праха. Очень неплохо. И на руины нельзя ставить. Видимо, тут руины просто. Это мне компьютер так город поставил дурацки. Нельзя ставить алтарь на руины. Ставим сюда его. Так, и здесь... Весело у меня все открывается. Чувствую, я тут наукой победю. Есть у меня такое предчувствие. Так, еще две науки надо каких-нибудь открыть на территории продукции. Вот это интересно. Это ничего так. Дополнительный слот в армии. Так. Двадцать пять. Мне 8 не хватает. 8. Отлично. Все. Институт можно строить. Нельзя, нафига я его там поставил, он за уровень. Куда я его поставил? Его надо поставить вот сюда. Тогда мы вот тут поставим. Угу. Да. Блин, а я тут бахну уже.
На этом пока все. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, раз вы досмотрели до конца. Продолжение будет через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.